Опять тут невидимки, невидимое ограждение расставили. Ну что за идиоты, реально? Вот я сейчас ехал, вот отвечаю вот на пацана, да, 60 те же километров в час. Не видно вообще, вообще не видно этого ограждения. Йоу, я его увидел метров, не знаю, за 40. Блин, я не знаю, надо куда-то обращение, наверное, написать. Не дебил, дура. О, у меня чуть голова не закружилась. Такое ощущение, что... Блин, короче, едешь, у тебя мотоцикл на ходу, ну, дорога как бы движется по отношению к тебе, машина движется по отношению ко всему этому. Вода, короче говоря, на нижнем уровне, и просто уровень земли другой. Еще и корабль плывет, короче. Я такой раз чуть не потерял ориентацию в общем пространстве. Надо, в общем, на тренажерах для космонавтов, мотоциклистов готовить перед сдачей на А-категорию. О, это маленький Яндекс-человек. Они, походу, уже в школах, короче, внедряют программу обучения Яндекс.Людей, чтобы еду доставляли. Опа-на, мертвая зона. Опа-на, теперь, видите, чувак посмотрел в мертвую зону свою, то есть он более грамотный, чем автобусник. Это самый крутой Prius, что я видел в своей жизни. Это, вернее, это единственный крутой Prius. У него что, там два электромотора вместо одного, что ли, стоит? Или аккумулятор больше на 10% емкостью? Не, ну реально, на самом деле, ну хорошо. Спойлер не в тему, вот мое мнение. Антикрыло не в тему там. Потому что, ну блин, ну какой на Prius нахрен антикрыло? А вообще дизайн прикольный. Как бы. Спортпакет этот, я не знаю, что это такое, тюнинг или родное, без понятия, но в принципе неплохо. Вообще интересное расположение светофора, вот, которое мне показывает красный сейчас. Вы его, кстати, вообще видите? Я не сразу увидел. Первая остановка, дамы и господа. Нет, это была авария. Если не погонится сразу, значит все ок. Да, дерзкий чувачок на BMW. Что за палочки такие торчат из этого? Это аутентично вообще? О, гонщик. Ну а тут место не для гонок, братан. О, два гонщика. А там за мной тоже гонщик, кстати, уже не знаю сколько. Километр, наверное, носится, пытается угнаться. Вот сейчас он слева будет на вашем экране. Или не будет. Но, конечно, самый крутой гонщик это на Солярисе всегда. Это топовая каста гонщиков.
я бессилен против такой тачки соревноваться. Я сдаюсь, он овладел моей полосой. Чудесная, чудесная машина. Там 1 000 000 лошадей примерно. Всем привет еще раз. А я рассказывал, какая компания под ключ привезла мне мотоцикл с японского аукциона. Moto Steel. Они помогли мне в подборе, оценили состояние, выкупили, растаможили и доставили. Работают грамотно, консультируют и подсказывают на всех этапах. Вот список аукционов, с которыми они работают. Ссылки на сайт Moto Steel с доступом к аукционам и группу ВК со свежими лотами под видео.